Жизнь – необычное и загадочное явление. Предполагается, что во Вселенной можно обнаружить множество мест, в которых соблюдаются минимально необходимые условия для ее возникновения. Однако прямых и неопровержимых доказательств существования биологической жизни за пределами нашей планеты до сих пор так и не обнаружено. Поиск внеземной жизни является одним из приоритетных направлений исследования космоса, ведь он позволяет получить ответ на вопрос, который мучает человечество с давних пор. Одиноки ли мы во Вселенной? Для возникновения и развития биологической жизни требуется сочетание множества факторов, главными из которых считаются наличие жидкой воды, источник энергии и определенное разнообразие химических веществ. В Солнечной системе, кроме Земли, существует еще несколько мест, которые могли бы стать колыбелями жизни. Главным кандидатом бесспорно является Марс, активно исследуемый на протяжении последних лет. Однако шансы на обнаружение внеземной жизни есть и за пределами его орбиты. Достаточно пристально приглядеться к следующей от Солнца планете. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Он в 318 раз тяжелее Земли и представляет собой газовый гигант, состоящий преимущественно из водорода и гелия. Кроме того, в атмосфере планеты обнаружены метан, аммиак, соединение серы и азота, а также водяной лед. Несмотря на разнообразие химических соединений, вероятность найти жизнь на самом Юпитере крайне мала. Отсутствие твердой поверхности, высокая температура внутренних слоев планеты и запредельное давление в недрах газового гиганта не оставляют биологическим объектам шанса на выживание. Однако Юпитер обладает обширной системой спутников. Четыре самых известных из них — Ио, Каллисто, Ганимед и Европа — были открыты Галилео Галилеем еще в 1609 году. Они входят в число крупнейших спутников Солнечной системы, приближаясь по размерам к Луне или Меркурию. Также предполагается, что из-за гравитационного сжатия в процессе формирования Юпитер накопил большое количество тепловой энергии и теперь отдает ее больше, чем получает от Солнца. Поэтому газовый гигант вместе с его окружением можно сравнить с Солнечной системой в миниатюре. На первый взгляд, спутники Юпитера выглядят совершенно непривлекательно с точки зрения поиска внеземной жизни. Они находятся далеко от Солнца, покрыты льдами и не имеют плотной атмосферы. Однако пристальное изучение этих небесных тел открывает удивительные факты. С высокой долей вероятности Каллисто, Европа и Ганимед скрывают под ледяной коркой жидкий внутренний океан. Расчеты показывают, что космические объекты со скрытыми океанами могут сохранять приемлемые для жизни условия, находясь гораздо дальше от своей звезды, чем планеты, подобные Земле. Толстая ледяная кора на их поверхности не только защищает от радиации и метеоритов, но и служит неплохой теплоизоляцией. Таким образом, внутри массивного водяного слоя могут соблюдаться условия, необходимые для возникновения и развития жизни. Эти соображения делают спутники Юпитера одной из самых привлекательных целей для исследования среди объектов Солнечной системы. Рассмотрим же их подробнее. Самым крупным и самым массивным небесным телом в окрестностях Юпитера является Ганимед. Из всех спутников Солнечной системы он не только обладает самыми большими размерами, но и сильнее всего похож на настоящую планету. Радиус Ганимеда составляет 2634 километра, что на 8% больше, чем радиус Меркурия. Масса же этого небесного тела достигает 1,48 на 10 в 23 степени килограммов, что делает его в два раза тяжелее Луны. Он имеет жидкое металлическое ядро и собственную магнитосферу.
единственный из всех спутников нашей системы. В недрах Ганимеда идут процессы ядерного распада, дополнительно подогревающие его. Средняя температура поверхности спутника составляет 110 кельвинов или минус 163 градуса по Цельсию. А ядро, согласно расчетам, может быть разогрето до 1500-1700 кельвинов. Исследования магнитного поля Ганимеда аппаратом Галилео позволили предположить, что под ледяной коркой спутника на глубине от 200 километров может быть обнаружен многоуровневый соленый океан. Количество слоев в нем может достигать 4, причем каждый из них состоит из воды с разной соленостью, плотностью и температурой и отделен от соседей прослойкой льда. Спектрографические исследования поверхности Ганимеда показывают наличие у него крайне разряженной кислородной атмосферы. Однако это не является неоспоримым доказательством биологической жизни. Скорее всего, молекулярный кислород образуется из-за разложения водяного льда ультрафиолетовым излучением. Получающийся при этом водород улетучивается в космическое пространство, а более тяжелый кислород оседает возле поверхности. Кроме огромного количества водяного льда, на поверхности Ганимеда обнаружены углекислый газ, диоксид серы, соли серной кислоты, а также некоторые органические вещества. Не исключено, что они образовались в глубинах подповерхностного океана, однако механизмы их попадания на поверхность спутника пока неизвестны. Не менее потенциально привлекательным для жизни небесным телом считается Каллисто. Этот спутник является вторым по размеру и самым удаленным от Юпитера. Его диаметр составляет 4820 километров, почти как у Меркурия. Под ледяной коркой Каллисто, имеющей толщину от 80 до 150 километров, с высокой вероятностью находится соленый океан с большим количеством растворенного в воде аммиака и других веществ. Его глубина, по разным оценкам, может составлять от 50 до 300 километров. А температура, согласно большинству моделей, колеблется около значения в 251 кельвин или минус 21 градус по Цельсию. Из-за примесей и высокого давления вода в таких условиях должна оставаться жидкой. Ниже подповерхностного океана, скорее всего, лежит слой льда толщиной порядка 300 километров, а еще ниже — ядро, состоящее из замерзшей воды и горных пород. Поверхность Каллисто сильно изрыта кратерами. Анализ спектра света, отраженного от этого небесного тела, показал наличие не только водяного льда и горных пород на основе кремния, но и аммиака, углекислого газа, соединений серы, железа и магния, а также небольшого количества таллинов — сложных органических полимеров, содержащих азот. Эти ярко окрашенные вещества образуются на поверхности небесных тел под воздействием ультрафиолетового излучения. К сожалению, слишком большое расстояние до Юпитера не позволяет Каллисто разогреться сильнее, так как приливного воздействия гигантского соседа не хватает, чтобы как следует деформировать спутник. К тому же, большую часть небесного тела составляет лед, а для появления жизни очень желателен контакт с твердыми скальными породами, так как они насыщают воду необходимыми элементами. Малое разнообразие химических соединений и низкая температура значительно снижают вероятность зарождения жизни на этом спутнике. Хотя полностью исключать такую возможность пока нельзя. Тем не менее, самым перспективным для поиска внеземной жизни считается Европа. Наименьший из четырех галилеевых спутников Юпитера, размером лишь немного уступающий Луне. Температура на экваторе этого небесного тела составляет 110 кельвинов или минус 163 градуса по Цельсию. На полюсах же она может опускаться до 50 кельвинов или минус 223 градусов по Цельсию. Европа находится в приливном захвате Юпитера и всегда повернута к нему одной стороной. Однако ее вращение не идеально синхронизировано. Замечены небольшие отклонения от расчетной траектории.
Это может означать, что поверхность Европы отделена от ядра жидкой прослойкой. Данное предположение подтверждают исследования взаимодействия спутника с магнитным полем Юпитера, проведенные зондом Галилео еще в конце прошлого века. Кроме того, анализ трещин, покрывающих поверхность Европы, показывает, что в прошлом кора спутника сдвинулась на 80 градусов относительно недр, что было бы невозможно без наличия жидкой прослойки между ними. Массивный сосед оказывает сильное влияние на Европу, вызывая мощные приливные волны в ее скрытом океане. Тем самым Юпитер еще сильнее разогревает спутник за счет внутреннего трения. Расчеты показывают, что температура внутри Европы достаточна для существования океана жидкой воды, причем его глубина может достигать 100 километров, а объем вдвое превышать мировой океан Земли. Европа покрыта ровным слоем удивительно гладкого и чистого льда. Высота самых крупных неровностей не превышает несколько сотен метров. Толщина ледяной коры может составлять от 10 до 30 километров, однако поверхность спутника покрыта сетью длинных и глубоких трещин. Не исключено, что некоторые из них достигают до подповерхностного слоя воды. В этом случае лед, покрывающий дно таких расселин, представляет собой ценный материал для изучения внутреннего состава Европы. Другой отличительной особенностью спутника являются мощнейшие ледяные гейзеры. Они действуют только в периоды максимального удаления Европы от Юпитера, а высота выбросов может достигать 200 километров. Эти гигантские струи состоят из неожиданно чистого водяного пара. До сих пор достоверно неизвестно, связаны ли гейзеры с внутренним океаном Европы или они извергаются из гигантских озер, спрятанных в ледяной коре спутника. В настоящее время состав скрытого океана спутника оценивается по льду, покрывающему внутреннюю часть крупнейших кратеров Европы. Чтобы пробить толстый слой крепкого льда, требуется падение действительно крупного объекта. После того, как ледяная кора проломлена, внутренний океан замерзает и формирует дно кратера. Спектральный анализ показывает наличие в кратерах соединений магния, серы, железа, а также перекиси водорода и сильных кислот. Все это свидетельствует о богатом минеральном разнообразии скрытой гидросферы спутника. Атмосфера Европы содержит кислород, который образуется из-за разложения водяного льда ультрафиолетом. Однако газовая оболочка спутника примерно в триллион раз более разряжена, чем земная. Тем не менее, согласно некоторым расчетам, концентрация кислорода в подповерхностном океане Европы может быть достаточно для поддержания одноклеточной аэробной жизни. Источником энергии и питательных веществ в этом случае служат подводные вулканы, насыщающие воду оксидами серы и железа. Примитивные существа могут крепиться к нижней поверхности ледяной коры или свободно плавать в толще воды. Высказывалось даже предположение возможности существования в океане Европы простейших многоклеточных организмов, однако эта гипотеза, пожалуй, является слишком смелой. Во всяком случае, на Земле существует множество видов, способные существовать в предполагаемых условиях подводного океана Европы. В их число входят не только бактерии, устойчивые к экстремальным условиям, но и многоклеточные существа, такие как, например, тихоходки. Следовательно, нельзя исключать возможность того, что примитивная жизнь самостоятельно зародилась в глубинах этого небесного тела. К сожалению, несмотря на пристальный интерес к Юпитеру и его спутникам, они до сих пор исследовались лишь пролетающими мимо станциями. Высадка непосредственно на поверхность спутников газового гиганта никогда не совершалась. В настоящее время самая крупная планета нашей системы изучается с помощью автоматической станции «Юнона», однако уже в июле этого года она приступит к исследованию галилеевых спутников. Нет никаких сомнений, что данные, собранные Юноной, будут крайне важны для понимания процессов, происходящих в системе Юпитера.
Что касается будущих миссий, то еще в 2012 году Европейское космическое агентство заявило о начале работы над проектом JUICE, или Jupiter Icy Moon Explorer. Название миссии можно перевести как «Исследователь ледяных спутников Юпитера». Ее целью станет детальное изучение самого газового гиганта, а также Ганимеда, Европы и Каллисто. JUICE будет запущен в следующем году, но достигнет окрестностей Юпитера только в 2029. Миссия продолжится до 2033 года, и если все пройдет по плану, должна будет существенно обогатить наше представление о Юпитере и его спутниках. Другим крупным исследовательским проектом является Клипер Европа под руководством НАСА. Этот автоматический зонд должен будет покинуть Землю не позднее 2023 года и достигнет системы Юпитера в 2032 году. Его целью является Европа, и по сравнению с JUICE, Клипер должен будет предоставить гораздо более детальную информацию именно об этом небесном теле. Однако все эти экспедиции — дело будущего. Не сомневаюсь, что они принесут важные и полезные данные, которые превратятся в новые познавательные выпуски. Наши знания о Вселенной расширяются с каждым днем, а Космо помогает вам быть в курсе прогресса. Поддержите это видео лайком, если оно было для вас интересным, подпишитесь на канал, если хотите и впредь узнавать что-то новое, и не забывайте рассказывать о нас друзьям. И услышимся!